Дамы и господа, мое вам здрасте. Мы с вами в подземке Агропрома и начинаем очередную серию марлезонского балета под названием «Сталкер. Народная солянка. Объединенный ПАК 2.1». Пришлось мне, ребята, переиграть и оставить эту дурную затею с компроматом для Кузнецова. Короче говоря, не смог я найти пузыри водки, вернее 12 пузырей водки, ну и переиграл с того момента. Сейчас у меня этого задания нету, я его начну только тогда, когда уже точно соберу все пузыри. Все будет, когда у меня уже на месте. Так, ну ладно, давайте покрошим бандосиков, сохранимся. Чёрт, ты выскочил-то, ё-моё, блин, ой, ёлки, чё ты упал, отжался, что ли, ёлки? Ну ты завязывай, чё ты лёг на дороге, простынешь, братан. Холодно, зима, нафиг, Новый год. Так, чё ты оружие-то прячешь постоянно? Ну-ка, выходите, строится. Да хорош там уже орать нафиг, давайте идите сюда. Где? Ага, вон он там. Ой, есть еще один маманька. Вот это валит МП5. Ну что, давайте идите еще где-то там. Я не пойду, я не трус, но я боюсь на вас, баня. Так, что, придется самому шуровать, что ли? Плохо на худе не видать. Где? Давайте, обходите быстрее. Быстро бегают эти гаврики. Есть контакт, еще один готов. Ну все, последнего я уже иду искать. Где ты там, братишка? Внизу, что ли? Куда делся? Хе-хе, выходи, подлый трус. Блин, выключу фонарик, что-то слепит аж. Ладно, пока его нету, можно обыскать этих гавриков. Оба-на, ПДА. Фонарь включаем. Так, хе-ха. Так, где у вас ваши стволы-то? Все по растеряли нафиг куда-то. Все. Что-то ни одного дробовика нету. Кстати, после переигровки, ребята, у меня что-то это самое. Куда-то делся обрез. Я, по-моему, с собой даже не взял. Надо посмотреть. Да, у меня ни одного обреза нет. Сейчас кровососы попробуют. Вот это будет. Ой. Ладно, патронов на калаше полно. Так, ну и где-то там еще один гаврик. Ха-ха-ха, все, был последний. Слава богу. Блин, артефактов на пулестойкость. Не, ну есть, но они радиационные у меня. Это хреново. Сейчас еще вояки здесь и будут. Ой, начинается утро в деревне. Так, ну кто тут первый? Хе-хе, выходи. Пока только крыс вижу. Ну-ка, соска будет? Да, соска появился. Ха-ха, иди сюда. Есть, 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 есть. Эй. Опа-на, этот готов. Даже без дробовика. Хе-хе, надо было ножом его заколоть. Что-то я это самое погорячился. Так, а что же нам здесь искать-то? А, нам тайник стрелка надо найти. Блин, военных четверо. Сейчас они меня тут будут во все щели устраивать дыхательное и пихательное. Так, ну-ка, 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 ну-ка. О, кажется, здесь кто-то есть. Спать. Ха-ха. Спать, братан. Смотрите, он не с бизонами тут ходит. Может, мне тоже бизон поставить? Чтобы патроны для калаша не тратить. И давайте вот этот МП5 поставим. Ну или как он называется, я хрен его знаю. Ну короче, стреляет патронами. Ой, есть. Но зато он валит хорошо, на ура прям. Ну, это они, стрелка у нас на старом месте. Спокойненько сейчас залезем. А, кстати, ребята, я в этом прохождении сдал ТОС-34. Ой, что это такое было? Получена информация. По телепортам. Путь к тайнику стрелка. Ой, ё-моё. Это еще что такое? Ну-ка, ну-ка, глянем. В журнале. Привет, стрелок. Это призрак. Я изменил вход в наш схрон, так что не удивляйся. Вход можно найти здесь, в подземелье. Надеюсь, тебе не составит труда это сделать. Удачи. Устройство для удаления телепорта лежит в нашем схроне.
Ёшкин кот, это где? В общем, ребята, я для удобства походил здесь, завалил всех вояк. Сейчас я вам покажу, как выбраться с этой катавасии. Телепорт нас телепортирует, постоянно отбрасывает, короче, в эту точку на лестницу. Тут у нас еще есть вариант. Так, сейчас будем показывать. Ну, трупаков я вам не буду показывать, вернее, как они тут походу, вон все лежат. Человек 7, наверное, было в общем числе. Хорошо лежат, удачно загорают. Молодцы. Прям как по команде все легли. Не, ну конечно, их неудобно убивать было, блин. Мочат на ура, даже на уровне, как у меня, новичок. Вообще я не мастер нифига. У нас, смотрите, вот по этой лестнице, вон сверху телепорт. Нам нужно туда. О, почти забрался. Так, что это такое? Ищи в другом месте. Ага. Телепорт исчез. Пойдем искать второй телепорт. Ну, теперь сам мы не спускаемся, возвращаемся почти что в самое начало лаборатории, туда, где винтовая лестница, выход в зал с винтовой лестницы. Ох, как же мне, ребята, здесь сайди не хватает. Ох, еще один товарищ. Спать. Ну, ладно, из калаша замочим. О, отлично. А вот и второй телепорт. Есть контакт. Пройди через туннель. Так, ну тут, смотрите, блуждающая электро. Так что подождем, пока она вот здесь появится. И не вздумайте выходить с этого тоннеля. Иначе телепорт уже в конце пропадет. В конце туннеля, который... Вот он, телепорт. Лобысь. Аталитично, ребята. Мы прошли это испытание. Так, вот он тайничок стрелка. Ох, и крысы, смотри здесь, а как они здесь попали? Так, а вот это ликвидатор телепортов. Давайте искать, тут нам нужно найти информацию о стрелке. Информация на флешке, флешка, вот она. Так, выбраться из подземелья. Давайте посмотрим еще, что же здесь у нас лежит такое. Так, можно, в принципе, не горячиться. О, патрончики собираем, пригодится. Гранаты, гранаты по-любому нужны. Давайте и комбезик заберем беспонтовый. Вот, аптечки. Тоже надо. Так, можно еще в соседнюю комнату сходить. Посмотрим, что там, а. Если кто не знал про этот проход, будете знать, ребята. Ну, тут пусто, по-моему. Я, если честно, первый раз туда зашел. Так, почему-то доктор не появился. Наверное, так задумано по плану. Здесь у нас не густо, очень даже пусто. Фиг с ним, выбираемся. Ну что, теперь надо подниматься на поверхность, туда, по винтовой лестнице, на выход. Мы, ребята, с вами наверху. Ну, пособираем тут ящики, поразбиваем. Вот, бинты. Не знаю, сейчас пригодятся они, не пригодятся. Я думаю, знаете, еще что проверить. Проверить нам нужно вот эти вот баки. Здесь обычно какой-нибудь, а вон рюкзак лежит. Может, в нем что интересное есть. Так, а что такое? Не открывается нифига. А, пустой. Так, а здесь внутри нифига тоже нету. Ладно, на выход. О, смотрите, кто лежит. Это еще кто такой? Товарищ, ты кто? Чего разлегся-то? О, фотоаппарат у него, это фотограф, елки-палки. Сеня журналист, ребята. Мы сделали это. И его ПДА. Забираем. Животные мутанты, женская ось. Получил за задание фото аномалий. Подземки агропрома. Парень мертвее некуда. Я не эксперт, но похоже, что он застрелился. По крайней мере, я не вижу следов насилия на его теле. Волк, мне неудобно просить тебя, но я хотел бы завершить начатое парнем. Кому я могу сдать фотографии, если я выполню его Черт! Стоило мне отпускать парня одного. Молодой же.
бумага еще, и мог бы жить дожить. Вопрос обратись к Сидоровичу, у него контакты с военными. Он подскажет, что делать. И спасибо, Меченый. Да пожалуйста, не за что, что я тут. Не человек, что ли? Нашел я вашего журналиста. Теперь надо за него работу выполнять. Ну вот, ребята, контрика замочили. Не страшно здесь вообще мутанты. По идее, блин, вояки тут страшнее. Убивают моментально. Хоть бандиты, хоть вояки с одного выстрела гасят. Так, ну что, ребята. Выползаем на поверхность, посмотрим, как нас там встретят в НИИ агропром военные. Ай-яй-яй-яй-яй, нас тут что-то недружелюбно встречают совсем, ёлки-моталки. Что так некрасиво-то, а? Вот это мне влупили. Ха-ха. Прятаемся, ребята. Да и бежать бы. Вот это да. По-моему, сейчас тут разнос Майдан будет. Хе-хе-хе, тут полная жопа будет сейчас. Так, ребята, пора, по-моему, включать нам режим Бога. Ну, если кто не знает, как включить тайники и режим Бога, тайники коллекционера можно включить. Потом тут еще у нас есть бессмертие на некоторое время, метки на документы Воронина, телепортация с неограниченным весом. О, нифига себе. Давайте бессмертие поставим и пошалим немного. Ну что, погнали наших городских. Ха-ха. Сейчас я вас буду валить. Куда пошел? Спать, родной. Там мне пофиг. На. Ха-ха, давай, понеслась. Так, где тут-то кто? Кто, выходите, подлые трусы. Я иду искать. Раз, два, три, четыре, пять. Так, что на ком-то искать? Да что ты по мне стреляешь-то? Красный, красный берет, ё-моё. Так, давайте автомат, наверное, все-таки поставим. Не, другой автомат поставим. Вот этот вот. О, патронов у нас километр на нем. 8-9 человек. Спать, родной. Терминатор действий. Хе-хе-хе, идет. Это мне нравится. Вот такое прохождение мне совсем нравится. Так, где еще кто здесь? Ой, вертолет будет подбить. Нафиг это будет полить, по-моему. О, давай, давай. Все по очереди, ребята. Ай-яй-яй, патроны закончились. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. А вон еще, смотрите, спецназ приехал. Так, не попал. Я не попал, он не попал. Блин, а иначе здесь ребята по-другому, ну никак тут совсем. О, уже автомат начал клинить, нагрелся, наверное. А ты куда-то убежал, Гаврик. Гаврюша, ко мне. Есть контакт. Ух, что-то я немножко устал. Так, как будто они выгрузили. Куда пошел? Вон, там спецназ прилетел, ё-моё. Все, сейчас меня крошить, крошить будут. Еще из этого, с вертолета вроде бы газа. Да, он тоже полетел. Иди в жопу, ё-моё, блин. Мне похер. Все, бери меня. Вот эти вот, блин, сейчас тут-то... Блин, да что такое? Так, автомат клинит. Интересно, сколько у меня бессмертия будет продолжаться? Хе-хе-хе. Вот это мне нравится. Вот он, ребята. Ох, ёлки-палки, тут он меня зарядил. Бубен. Да, патроны я с вас все равно потом пособираю. Так, где вы там? Да что такое-то, а? Я что-то как-то по инерции уклоняюсь. Ну, стараюсь, по крайней мере. Знаете? Ой, есть контакт. Вот это, да, вот это неубиваемый тут убийца, блин. Уперли. Ох, ты ж нифига себе, это что такое? Это кто так шмаляется? Ой, ё-моё. Фу, блин. Нифига себе, вот это гаврик какой-то. А я что ли так? Да что он? Патронами этими, как их там называется?
За морфами. Во, стреляет. Хватит, кто хотел меня ударить, ребят. Так, еще один бронебойный. Вот это веселуха. Вот так вот мне нравится. Смотрите, патронов я нахапал. Правда, сейчас все патроны на них расстреляю. Да пошел спать, родной. Ну ладно, патроны мы потом возвести. А вон еще эти чубики. Блин, спецназ что ли, или кто это такие? Ух, нифига себе. Вот это бойня. Капитально. Вот это да. Я даже сам не ожидал, что так будет все серьезно. Эй, девчонки, куда убегаешь? Эх, ты. Нифига себе, я его подразил. Вот смотри, что бежит. Ай. Не кусайся, да елки-палки. Ты что такой бесстрашный, а? Спать, родной. Все, последний остался. Ух, ну вроде бы я всех перегасил. Так, где ты там? Почему я тебя не вижу? Ага, вон он стоит. Вот у меня патроны кончились. А, еще двое из ларца, одинаковых с торца остались. Так, ну у меня еще вот такой автомат есть. Че? На, спать, родной, блин. Че, последний остался где-то, да, наверху, наверное, это вот он стоит. Ну, вот так вот, можно сказать, нам помог режим бога, ребята. Иначе здесь я бы долго воевал с ними, ну и в баню. Спасибо разработчикам за такую фичу. Вообще красотища. Так, двое осталось. Ну, наверное, там внутри где-то. Так, кто-то, смотрите, наш, что ли, прибежал кто-то. Интересно, кто это такой. Сейчас будет собирать патроны. Завязывай давай. Точно, смотрите. Вот же гад, а. Смотрите, он тут все собирает. Не дадим. Не дадим мы тебе это сделать. Ты кто такой вообще, а? Здрасте, Гришка косой. Ты чё, я халявщик, припёрся сюда, а? Офигел совсем, вот это даёт, блин, а. Уже, смотрите, вон насобирал по автоматов. Вот гад, а. Надо его опередить. Кейс, как обычно, на третьем этаже охраняет главнокомандующий. Ох ты ж, опять, смотрите, зарядил он там. Ну-ну, давай-давай. Тебе повезло, что ты тут стоял, блин. Хватит, родной, давай. О, все, отправил к праотцам. Что у вас тут имеется? Ни хрена у них тут не имеется. Ох ты ж, у него РПК. Отлично, забираем, это нам надо по-любому. Такое оружие нужно самому. Тебе оно уже не пригодится. Отнести документы бармена. Блин, у нас еще одно тут нападение. Ё-моё, надо быстрее отсюда валить. Ребята, надо горох делать. Или опять бессмертие ставить. Четверо приперлись. А ну-ка, давайте-ка мы опробуем РПК. Патронов, правда, маловато. Смотрите. Ребята сидят. Есть один готов. Сейчас мы военную хитрость применим к ним. Мы пойдем другим путем, мы не ищем легких путей. Так, трое из ларца, одинаковые с ларца остались. Так, ну где там? Ага, вон. Трое есть, РПК работает, правда не особо так-то сильно, но пойдет. О, давайте с калаша походим. Ай. Родной. Все. Ребята, все, зачистили мы эту территорию, ну и в баню нафиг. Зачертели они уже. Эти гаврики. Так, еще кто-то стреляет. Что ли, это мне показалось. Не, вроде бы все. Короче говоря, теперь у нас путь лежит в бар. Бармену надо документы тащить. Ну давайте мы в бар пойдем уже с вами в следующей серии. А на этом, ребята, эту серию хочу закончить. Всем спасибо, кто смотрел меня. С вами был я, Старый Сталк. С вами был Агропром, с вами был НИИ, с вами были военные, которые действительно уже были. А пока, ребята, всем пока и удачного вам прохождения.